Знакомство с игрушками. Они себе боятся, они ко мне бегут играть, маленькие вы мои. Да идите вон играть, его бутылочек накидала. Ну что такое? Я бы всех вас гладила, бы и гладила. Но мне убрать надо все за вами. И покормить вас. Зайки мои, хорошие. Видите, какие красавчики мои. Все как на подбор. У нас свободно две девочки и два мальчика. Просто великолепных. Мамы, папы, отзовитесь. Все голубого окраса, правильного сложения, с очень хорошей психикой. Очень контактные ребята. Малыша в расчет не берем, но он у нас очень хорошо начал расти. С месяцем трем превратится в очень хорошего кобеля. Вот. Зайчики, играть, скорее играть. Потом еще сниму игрулечек. Обследуют. Страшно, новое что-то, совсем новое. Как в это играть? Неизвестно. Можно катать, можно кусать. Ой, сейчас расчухаю, сейчас разведаю. Ну, такие у нас ребятки-поросятки. Сладкие. Выбирайте.